Yeah. Друзья, привет! За мной вот стоят два прототипа наших скамеек на новую парковую аллею. Одна со спинкой, одна без спинки. Производство прототипов – это всегда очень полезно. По сути, это такой макет один к одному. В нашем случае, вот так опытным путем оказалось, что глубина сиденья недостаточная. Будем просто увеличивать за счет одной ламели, чтобы было такое более комфортное сиденье, а-ля диван, а не табуретка. Но также уменьшим высоту. Еще одна тонкость – надо идеально высушенное дерево. Если дерево хоть немного напитает влаги, то получается вот такая вот ситуация. Вот с этой стороны хорошо видно, что эта нога полностью на плоскости, а вот та чуть-чуть приподнята. Это как раз из-за того, что дерево немного вертолетом. То есть надо быть внимательным при закупке древесины. Ну а сама идея скамейки, я думаю, очевидна. Везде, где скругление, где радиусы, это узкий модуль ламелей деревянных. Везде, где мы контактируем телом, это вот место для сиденья, и под спину, там широкие ламели. Переход от широких к узким на радиусах через такой третий модуль. Здесь то же самое. На скруглении на радиусах это узкие ламели, под ягодичными мышцами это широкие. Сзади достаточно большая площадь покрыта деревянными ламелями. Ну, это скорее декорация. То есть здесь явно перерасход за счет просто дизайна, возможно, уменьшим там на несколько досок. Но на тех скамейках, где будет блок зарядки USB, это будет оправдано, потому что в какой-то мере он будет просто прикрывать оборудование. Я сейчас на Московской площади, и вот сюда, в эту зону, мы поставим прототип скамейки. Надо закончить уже наконец-то эту часть на площади, проложить бордюры, засыпать грунт, посеять траву, спрятать кабеля электрические, и вот сюда, куда-то в угол, установим прототип скамейки. Все смогут воочию увидеть, оценить, посидеть, а уже исправленные скамейки пойдут в парк. Посмотрите вот наглядно, прямо на чертеже, это правки, внесенные по результатам тестирования прототипа. Как я и говорил, мы сделали глубже место для сиденья, сделали его немножко острее, чтобы в голени не упиралось, занизили подголовник и убрали одну доску на задней поверхности, там, где это фактически декорация. И теперь любой подрядчик, любой исполнитель, который будет изготавливать и устанавливать скамейки у нас в городе, причем неважно там по какому принципу, бюджет участия, тендер, неважно где это, внутри двора или в каком-нибудь инстаграмном месте типа парка, он получит на руки готовую рабочую документацию, причем проверенную на практике посредством реального прототипа. А мы, в свою очередь, получим максимально предсказуемый результат. И это круто, это классно. А второй тип скамеи, которая без спинки, она сразу в прототипе уже оказалась очень удобной. Причем на ней удобно не только сидеть, но удобно и лежать. Так что все, кто любит поспать на открытом воздухе, на скамейке, теперь это можно будет делать комфортно. Все, пока!